Ну вот, зашли мы в Максиму. Смотрите, вот бренд Елговас Цукурс. Видите, какой цена? €44. А вот этот уже €25, вот этот сахар. И вот €25. Ну да, но я сейчас дальше иду. Вот этот уже идет, ну, для варенья, наверное, 2,56. Вот, €25, вот такой сахар экстра. €25. Немножко вам покажем. И мука, посмотрите. Вот это вот. Так, где тут цена? Вот, 2,99. Ну, 2 килограмма, друзья. 2 килограмма. В Добеле делается вот это вот. Вот такой вот номер. Вот такая мука. Вот килограмм 79. А 2 килограмма. Как это так? А, ну это другая уже, да-да, другая. 2,29. Вот такая мука. 2 килограмма, €38. Немножечко. А вот, да, килограмм мне интересовал. Сколько же стоит килограмм добельской муки? €43. Давайте посчитаем. Значит, 2 килограмма должно стоить 2,86. А он получается 2,99. Значит, что? По килограмму выгодней. Таш, смотри, по килограмму выгодней брать муку. Да, а ты взяла 2 килограмма? А ты еще... А будешь брать? Вот смотри, ну, грубо говоря, это 3 стоит 2 килограмма, да? А та же самая мука по килограмму стоит 2,86. О, видите, как хорошо. Вот берем эту муку. На, я тебе буду подавать. Держи. А, ты по одному мешочку. Да, это все в этой Максиме. Мы еще в Риге, друзья. Вот тоже потихонечку затариваемся. Того всего. Ну надо, господи, живем же, хлеб жуем. Что делать? А, это соль, Наташ? Ой. Соль. Так, так. Нет, это крупная. Это 99 килограмм, друзья, килограмм. Она такая уже прям, смотрите, застыла. Вот. Вот, 89. 49 это тоже соль, но это мелкая. Ой, килограмм. Килограмм, да. 49, та ж мелкая. А вот, ну я ж дойду. Смотрите, вот я теперь до соды дошел. Вот такая сода, Валдо. Ой, это соль. Ой, извините. А, вот сода, я перескочил туда, ладно. Вот сода, €77. Мы ее вообще за копейки покупали. Сколько она? 30 с лишним, 40. Ну, в районе 40, от 40 до 45, 46, 49. Вот так. На скидки вообще попадали. По-моему, по 28 покупали ее. В прошлом году. Вот, подошли мы к рису. Вот таких вот, смотрите, вот теперь. В коробочках, в упаковочках. Вот цены, посмотрите. Тут 4 мешочка, здесь 8 мешочек. Здесь, да, 8, по 125 грамм. Кидаешь воду и завариваешь. Ну, вот такой вот, 2,19. 800 грамм, друзья, это 800 грамм. Вот это килограмм, €85. Ну, с картой €39 будет. Вот этот будет 99, с картой 75. Вот в этой коробочке тоже 4 по 100 грамм, 400 грамм. Вот еще рис. Вот, да, вот Валда. Смотрите, что творится. Вот, вот это здесь килограмм, друзья. 5,67. Килограмм риса 5,67. Вот такой вот рис у нас. А вот еще это полкило, наверное, 2,75. Вот такой рис. Ну, Наташа говорит, вот этот для плова лучше. Да, длинненький, да, вижу, вижу. 2,83. 2,21. Потом вот здесь еще идет какой-то 99. Аж. Смотри, что за рис такой. А, нет, это килограмм €24. Значит, здесь 800 грамм. Вот так вот. Так, доходим мы до гречки. Ну-ка, немножко пододнись, пожалуйста. Вот, смотрите, гречка. 3. Здесь не килограмм, 900 грамм. 3,69. 3,95. €99, 400 грамм,
Ну и пошло дальше, вон там €99, но не килограмм, да. Вот таких вот коробочках. Греча. Вот такие коробочки. Ну вот пшено. Вот, Наташа, пшено тебе надо, посмотри. Мы же купили мэра, серьезно. Пшено? Конечно. Ты же не пшено, ты купила овсянку. Пшено. Там килограмм евро скопили. Здесь 500 грамм. Это 500 грамм. Килограмм €98. Ну, 2 евро. Вот в таких коробочках тоже вот быстрого приготовления. 4 штуки по 100 грамм. Вот видите, €99, 400 грамм. Ну вот фасоль, горох. Давайте снизу начнем. Смотрите, вот горох. 800 грамм. Ну, килограмм евро 11 горох. Здесь какой-то горох у нас, смотрите. То же самое. 8, нет, не тот же, все, это другой, да, другой. 50%. Или тот же. А, это колотый, а этот... А, это половинками какие-то, а это целый, да. Я думаю, что такое, фирма одна и та же. Вот фасоль, я говорю. Вот такие ценники. Килограмм 3,79. Здесь килограмм 3,39. Вот такая вот, смотрите, €69, 500 грамм, это вот полкило. Это горох или что это? Не вижу я. Что-то я не вижу отсюда. Вот это вот мешаю. Вот горох серый. Вот серый горох. Так, это килограмм. Тут все по низам, не вижу. €99, так, нормально. Вот, а, я вытащу, вот так покажу вам. 2 евро, грубо говоря, килограмм. Манная каша, посмотрите, манка. Добельская, смотрите, друзья. Добельская. €60. Короче, 2,06 килограмм. Вот овсянка, пожалуйста, смотрите. Килограмм €23. Но здесь не килограмм, здесь получается 400 грамм 49. Это тоже 49 евро, 23 килограмм. Вот тут уже другая. €73, а 400 грамм 69. Ну, макароны, спагетти. Вот, посмотрите, я немножко покажу вам, так пробегусь. Пока тут народу сильно нету, много. Вот народ пришел, Наташа пришла, привет. Вот спагетти, 500 грамм, €77. Вот €77 темные. Вот такая, вот такие вот макароны. €77, 500 грамм. Все, все, да, вот такого цвета, видите? Это все 500 грамм, друзья, 500 грамм. Все по 500 грамм. Вот такие вот бантики тут, 500-граммовые. Как они эти? Бантики никак, не бантики. Бантики. Вот такие. €73. Вот такие вот. Все по 500 грамм, все по 500 грамм, друзья. €73. €73 умножайте на 2. И будет, вот, смотрите, сколько спагетти. Вот €59, вот такие спагетти есть. Вот такие вот. Не, мы спагетти тоже едим, да. Ну, 3,18 килограмм получается. Ну, вот. Вот спагетти, 2,33. Ну, говорю, все по 500 грамм. Все, буквально все по 500 грамм. Вот в коробочках. Тоже бантики. Да. А, вот уже здесь, да, тоже по 500 грамм. Вот такие вот. Мы раньше вот такие вот все налегали, вот на такие, помнишь? Ну, может быть, фирма другая была. Тоже 500 грамм. Ну, это получается килограмм 4,66. Вот вермишелька. Ой, это же суп мы такой же добавляем, ну, правильно? Супец. Ты вот такой взяла? А почем ты взяла? 50 и 66. Полкило. А здесь полкило 2,33. Ну, вот так вот, друзья. Да, тут полкило. Килограмм 4,66. Вот такие ракушечки, посмотрите. Во, тоже €59. Ну, все полкило, друзья. О, пожалуйста. Вот такие вот меленькие. Тут 400 грамм уже пошли. В самом низу. Да.
вот такие. Это все макароны, всякие вермишели, спагетти. Вот 500 грамм. Вот такие. Евро 59, евро 79, евро 59. Вот примерно так, друзья. Ну как же пройти мимо баутского пива? Вот смотрите, специальное. Светлое. Ну да. Специально. Тоже специальное. 4,8. А здесь сколько? По процентам, я даже не знаю. А, тоже 4,8. Так цена, евро 35 за бутылочку. Стоило евро 69. Вот такое вот, вот баутское пиво. Лидо. Ну, я раньше, когда был, по молодости, я такого не помню. Пиво. Это да, вот сейчас дойдем до Тервицкого. Вот, смотрите. Тервите. Сенчу. Евро 25. 4,5%. Вот такое пивко. Евро 25. Вот пиво такое. Так, тут Сенчу, а здесь Реглайс. Да. А так, сколько процентов это здесь? Подожди, сколько процентов? 3,5. 3,5? Да. Что-то я не вижу проценты. 3,5%. 3,5%, да. Здесь 4,5%, а там 3,5%. А на бутылке не вижу. Ну вот вам показали пивко. Во, Наташа дошла до сырочков, которые Наташа любит, да? И почем они? Ну-ка, давай посмотрим. Ты, вот, который берешь сейчас по 29. Да. Ну, это с картой. Да. Ну вот ценники. Давайте. Да, давайте я вам покажу ценники. Вот 39, 39, 39, да. А даже не буду я вам называть. Все по 39. Есть там 34. В общем, в среднем все. А, ну вот эти 50. Ну вот эти побольше. Стефан любит вот такие. Вот такие? Да, вот это. О, Стефан. Наш внучок. Вот такие, да? Да. Но эти стоят 50 центов, да. А слушай, а они все одинаковые? Нет, нет, не все. 45 грамм. Там 40 грамм. Это другая вообще фирма, слушай. Ну да, да, да. Вот сырочки вам показали. Наташа тоже себе взяла. Вот дошли мы до сыра. Сыр стоит 12,99 килограмм. Карты. Без карты. Давайте будем называть с картой. 9 евро, 9 евро. Это у всех карты есть. Да. 10 евро, 10 евро. Вот такой вот сыр. Так, это творог? Ой, или это сметана? Сметана и творог. И вот это сметана. 3,79 килограмм. А сколько процентов? Творог. Килограмм, килограмм. А, процентов? 15%. 20% получается. Нет, вот. Это другое. А, это другое? Другое? А, вот она. Да. 4,19. Тут что-то раскидано. Нормально. А это не белые. А сколько тут штук? 10? Вот до яичек дошли. Евро 89. 10 штучек. Ну, это, грубо говоря, 19 центов яичко стоит. Вот Наташа коробочку берет. Я просто не помню. Я тоже не помню. Евро 89. Ну давайте покажем вам здесь вот эти вот соки. Вот фанта. Полтора литровая. Фанта полтора, разве она, Наташа? Да, полтора. Евро 97. Евро 09 с карты. Я не буду вам называть большую. В общем, смотрите две цены, друзья. У кого карта? Ну, карточка у всех. Вот литр. А литровка стоит евро 59. Вот такая вот фантастика. Полтора литра, евро 38. Спрайт. Литр. Вот это. Эта литрушка стоит евро 67. Во, миринда, евро 93. Вот такая вот, смотрите. Это полтора литра, друзья. А вот это у нас... Это что? А, я это показывал уже. Там это...
через очков не вижу. Нет, полторушка. Полтора литра это. Двухлитровый больше. Вот тоник. Вот такой какой-то тоник Z. Евро 49, 2 литра. Литр получается 75. Там так написано. Лимонад. Смотрите, лимонад. Лимонад. Евро 65, 2 литра. Лимонад. Ну, вот так вот немножко вам показали. А, квас, давайте до кваса дойдем. Вот он, квас. Вот такие квасы. Сейчас, секундочку. Евро 97, это полторушки все. Евро 99, 97, Евро 97. Вот давайте вытащу вам вот такой вот. Вот видите? Да, это все квасы. Вот такой квас. Евро 72. Полторушки. Вот евро 97, вот такой вот. Ну, вот, вот, вот этот сладковатый, вишневый. да. Это вишневый. И вот, пожалуйста, вам вот тоже 2,14. Ну тоже вот вкусный. Во, портер квас. А где тут цена и портер квас? А вот он, портер квас. Евро 57. И вот такой вот квас. Тоже евро 57. А вот трехлитровка. Вот такой мы любим сенчу. Квас. Евро 38. Полтора литра. А трехлитровый евро 99. Вот такой квас. Но скоро пойдут пятилитровые. Сейчас пока еще прохладно. Ну вот соки сразу вам показываю я. Я с полтора литровых начинаю, друзья. 2,25. Вот апельсиновый, яблочный 2,07. Вот такой вот этот мультифруит, это цида. Я называю их... Ну да, он так и есть, мультиф. 2,35, это полтора литра. Вот такой. 2,39, 2,39. Я знаю, знаю, цида. О, арбуз. Арбуз с дыней и виноград. Смотрите, какие, какой красивый. Стоит 2,39. Кто любит томатный, пожалуйста, вам томатный покажем. Евро 95. Но это литр, друзья. А, вот он, литр. Это полтора. Полтора, вот это полтора. Евро 95, извините. А литр евро 97. Как так? Вот такой с луком. Ну, ну все равно. Вот он. Ну, вот чем, чем меньше, тем дороже. И вот литрушки. Посмотрите, какие цены. Это литр, посмотрите. Вот так-то вот. Чем меньше, тем дороже. Ну, литр 2,36, посмотрите. Вот такой вот, смотрите. Евро 59, это уже с карты я показываю. Евро 59, вот ананасовый. Угу. А вот грейпфрунтовый. Грейпфрукт. Евро 38, пожалуйста. Литр. 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 Это все литр. Ой, какие ягодки, какие красивые. Виноград. Да, как у нас, похоже, да? Евро 59. Это... Ага, и киви.